это было излюбленное место видновчан. Люди проводили здесь время, гуляли и даже купались. Сейчас Стаболовский пруд больше напоминает свалку. Я сюда с Бирюлёва приезжал в 70-х годах купаться. А сейчас все. Помойка, никому ничего не надо. Никто этим не занимается. Я так понял, что это вообще не нужно. Очистить его нормально, сделать, чтобы люди отдыхали. По фотохронике видно, место действительно красивое. Поистине райский уголок в городе. Вопрос об очистке Таболовского пруда поднимался неоднократно. Застройщик соседствующего жилого комплекса «Видно» еще 3 года назад по генплану должен был привести место в порядок. Однако сейчас застройщик находится в стадии банкротства, а пруд тем временем так и остается нетронутым. Я так понимаю, что оказался там он недобросовестный, то есть именно он или не он, я, честно говоря, вот это не знаю. Стройка, да, произошла, и, соответственно, раньше здесь люди даже купались. Ну, они продолжают купаться, но уже, видите, вода как бы потускнела, да, немножко зарастает, то есть как бы никто не ухаживает, не занимается, и плюс еще немножко накидывают. Угу. Ну, как бы, если бы, конечно, облагородили, это вообще волшебное очень сильно место, то есть люди приходят сюда постоянно, просто даже посидеть. Он много чего обещал, но то, что не исполняет. До сих пор. Сколько еще времени Таболовскому пруду находиться в заброшенном состоянии? Кто же наконец-таки возьмется за его очистку? Вопросов больше, чем ответов. По городу дежурили Юлия Погосян, Данил Свидерский, Видное ТВ.